Всем привет! Вот как видите, имеем кучку автомобильных старых домкратов, кусочков швеллера, и давайте попробуем с этого всего что-нибудь сделать полезного. Вот какой домкратик я нашел. Старый какой-то. Написано «Зроблено у Беларуси». Короче, белорусский. Первый раз вижу такой. Ну вот, покрасили, сделали эстетичный вид нашему инструменту, и давайте теперь все соберем по своим местам. Вот и готов наш инструмент. И давайте теперь немножко его протестируем.
что получилось из металлолома, можно сказать, из кусочков швеллера, кусочков профильной трубы и старого ржавого домкрата. Получились вот такие тесочки. И я скажу, даже меня не удивили. Довольно очень хорошие и хорошо зажимают. Я думаю, такие тесочки будут нам служить долго и упорно. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.